Вы смотрите RTVI. Над США нависла угроза президента Трампа. Американские политологи все чаще говорят о победе миллиардера на выборах в ноябре как о факте. Очередной повод тому дали результаты демократических праймерис в Западной Вирджинии, где победил сенатор из Вермонта Берни Сандерс. Часть проголосовавших за него избирателей, 39%, заявила, что на всеобщих выборах поддержат Трампа, точнее, проголосуют против Хиллари Клинтон. Обсудим ситуацию с политическим обозревателем RTVI Марией Гордон. Здравствуйте, Мария. Как отразится последнее поражение Хиллари на ее перспективах в ноябре этого года? Здравствуйте, Валерий. Технически победа Берни Сандерса в Западной Вирджинии ничего не меняет. Лидерство Хиллари Клинтон по числу партийных делегатов по-прежнему гарантирует ей партийную номинацию. Поражение фаворита демократов на этой неделе, а до этого в Индиане, носит большей частью психологический характер. Хиллари сейчас наверняка подавлена. Иронические комментарии ведущих информационных порталов США говорят сами за себя. 74-летний, ранее никому неизвестный социалист снова одержал верх над госсекретарем Клинтон, говорят они. Случай в Вирджинии на самом деле особый, ведь там сосредоточена американская горнодобывающая промышленность. А Хиллари, известный борец с глобальным потеплением, много раз обещала покончить с использованием угля. Вирджинские шахтеры не могли на это не обидеться. Да, Хиллари по-прежнему сильнее Берни среди чернокожих и испаноязычных избирателей. Она сильна в так называемом библейском поясе, а это юг США. Сандерс побеждает в железном поясе, это Средний Запад, и в целом белое рабочее население плюс студенты. Впереди многообещающий для него либеральный Орегон, промышленная Пенсильвания. А в дальнейшей перспективе достаточно белый и беловоротничковый штат Нью-Джерси. С другой стороны, есть еще Калифорния. Огромный штат, где пока лидирует Хиллари. В целом по стране женщина-кандидат опережает престарелого социалиста-революционера с большим отрывом и не оставляет ему шансов на партийную номинацию. Но он продолжает давить. Сандерс, который привлекает все больше молодежи социалистическими лозунгами, заставляет Клинтон уходить влево. Ей приходится обещать и повышение минимальной зарплаты, и чуть ли не бесплатное здравоохранение. Это не поможет ей в схватке с Трампом, которого она пытается заклеймить как некомпетентного политика, несмотря на все его победы. Для того, чтобы стать главой государства, Хиллари нужно быть центристом. В ходе этой кампании я, безусловно, концентрируюсь на том, что затрагивает жизнь простых людей. И это так же важно, как и все остальное, хотя в президентской гонке это обсуждается редко. Но вы знаете меня, я занимаюсь этим так давно, что я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Я знаю, какой стресс переживают семьи с маленькими детьми, которые не знают, куда обратиться за помощью. Они не могут себе позволить бросить работу и просто сидеть дома с детьми. Без поддержки электората Сандерса, который упорно за нее не голосует, Хиллари не справится с Трампом. Более того, она настолько раздражает левый фланг своих же однопартийцев, что среди них возникло неожиданное течение. Если Сандерс не получит номинацию, за Хиллари они не проголосуют. Уж лучше Трамп. При этом любви к Трампу среди них нет. Они готовы голосовать за него из принципа «чем хуже, тем лучше». Возможно, этим максимализмом, а таким настроением привержены политически активные молодые люди, и объясняется опасная для Хиллари динамика опросов общественного мнения. В выборе между ней и Трампом во многих штатах разница свелась к статистической погрешности, хотя до этого достигала двузначных показателей. Дональд Трамп, который без труда победил в той же Западной Вирджинии, ведь он не верит в глобальное потепление и у него нет проблем с шахтерами, уже выглядит как партийный избранник и ведет содержательные беседы о внешней политике. Например, как он разрулит конфликт с Россией. Судя по его речам, ожидается основательная перезагрузка, которая в свое время не удалась госсекретарю Клинтон. Когда я нравлюсь людям, они нравятся мне. Даже Путин. Ну, вы знаете Путина. Кое-кто хочет, чтобы я от него отмежевался. А российский Путин говорит, что Трамп гений, что он будет следующим лидером. Не волнуйтесь, ничего он не добьется. Соперники хотели, чтобы я осудил Путина. Он сказал, что Трамп гений, что он будет лидером США. И все эти ребята, с которыми я участвовал в дебатах, они все говорили, чтобы я осудил.
А я сказал, что я такого никогда не сделаю. Он от нас ничего не добьется, но посмотрим. А кстати, было бы неплохо, если бы мы в самом деле поладили с Россией. Ну скажите, неплохо? Справедливости ради хочется отметить, что российский Путин ничего такого не говорил. Он назвал Трампа талантливым и ярким политиком, но не употреблял слово «гений». Однако на Среднем Западе США, где шумный популист стремительно набирает голоса, речей Путина в оригинале никто не слышал, а Трампа слышали. Раз гений, значит гений. Валера. Спасибо, Мария.